Когда я учился, у нас был предмет искусства балетмейстера, и, ну, это, наверное, был мой любимый предмет. Может быть, отчасти это мне дало такой плюс, потому что, ну, как правило, в балетных училищах там нету этого предмета. Я, так как учился на артиста народного танца, так случилось, что параллельно занимался, всегда меня интересовала современная хореография, я мог на этой дисциплине, то есть как-то реализовывать свои какие-то творческие порывы. Вот до этого фестиваля я занимался достаточно такой конкретной и сюжетной работой. То есть был очень четкий сюжет. И мне хотелось немножко уйти от какой-то буквальности, может быть, от какой-то конкретики, и сделать что-то немного с возможностью для зрителя осмыслить. Тут же в современной хореографии самое главное не тело, самое главное открытый мозг, а способность воспринимать мысли, перенимать манеру движения, ощущения. На самом деле хочется о них говорить только хорошие слова, потому что они действительно так с головой участвуют, искренне участвуют. Максим Зюзин, у него очень прекрасное свойство, он копирует позу, то есть копирует твое состояние. Это очень важно для меня вообще в современном танце, потому что с таким достаточно нечасто встречаешься. Вика Брилева, она, и в ней я для себя нашел и обнаружил такое как бы тоже сокровище. Это очень хорошая природная мягкость, то есть она работает с дыханием, и благодаря этому, ну, у нее очень мягкое тело, мягкий корпус, ноги. Очень многие номера в этой работе, они создавались, можно сказать, не на ходу, а исходя как бы от артистов. Антон сам балетмейстер, и благодаря этому, точно так же в дуэте с Викой, он помогает мне, он становится соучастником процесса. У нас такая история, что есть девушка, и эту девушку по жизни ведет, ну, некий молодой человек. Как некоторых людей по жизни ведут другие. И когда эти люди их оставляют, ну, эти люди подкашиваются судьбой, жизнью. То есть, вот Антон, он выступает этой опорой и человеком-ведущим. И он очень органично. И, ну, он мне помогал просто в плане, как бы, своим телом и ощущением партнера. Злата Ильинич точно так же прекрасное чувство, во-первых, позы, и, что немаловажно, чувство баланса, чувство собственного веса. Вот. Это тоже одно из таких передовых качеств, которые я вывожу в работе с артистами. Мне интересны все вещи, связанные с весом. Когда человек под другого подхватывает, то есть, ну, такая физика.